Всем привет! В этом видео я покажу, как удалить свой профиль в Facebook, как деактивировать и удалить свою личную страницу и страницу компании через браузер на ПК и через приложение на смартфоне. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Социальная сеть Facebook является одной из самых известных площадок для общения пользователей между собой и обмена интересующих их тематической информацией. Однако при всей привлекательности использования Facebook могут происходить определенные жизненные ситуации, при которых у пользователей возникает желание или определенная необходимость временно деактивировать или полностью удалить свою личную учетную запись в социальной сети Facebook. Причины могут быть разными, от простого желания зарегистрировать новую учетную запись в сети вместо предыдущей, чтобы не чистить аккаунт от старых записей и подписок, а начать с чистого листа, до желания убереть свои личные данные от передачи третьим лицам или пресечь возможную несанкционированную утечку, сохранив свою конфиденциальность. Далее в видео я детально расскажу, как быстро деактивировать или удалить учетную запись в Facebook, а еще как предварительно сохранить нужные данные с вашей страницы. В социальной сети Facebook существуют варианты временного отключения учетной записи пользователя и полного ее удаления. При деактивации учетная запись прекращает свое функционирование, и сторонние пользователи не смогут увидеть профиль пользователя в Facebook. Однако такой вариант оставляет все данные и опубликованные материалы без удаления и позволяет использовать сетевое приложение Facebook Messenger для переписки с друзьями. Позже пользователь сможет активировать свой аккаунт при необходимости в любое время. При удалении учетной записи повторно активировать учетную запись уже нельзя. Все ее содержимое будет удалено без возможности последующего восстановления. Также будет закрыт способ входа в учетные записи других сетевых ресурсов, использующих вариант активации «Вход через Facebook». Удаление профиля приведет к утрате приложения для общения Facebook Messenger и всей переписки. Для деактивации учетной записи в социальной сети Facebook нужно выполнить несколько несложных действий. Откройте страницу в любом браузере. В правом верхнем углу открывшейся страницы кликните по треугольнику и откройте настройки. На странице настроек перейдите в раздел «Ваша информация на Facebook». Затем в центральной части выберите «Деактивация и удаление», щелкнув по строке или ссылке «Посмотреть». На странице деактивации или удаления аккаунта Facebook отметьте «Деактивация аккаунта» и подтвердите действие, нажав внизу «Продолжить с отключением аккаунта». Чтобы исключить случайное исполнение процесса деактивации учетной записи пользователя или осуществление зловредных преднамеренных действий сторонними лицами, служба контроля социальной сети Facebook попросит повторно ввести актуальный пароль от учетной записи, а потом нажать на кнопку «Продолжить». На финальной странице деактивации аккаунта отметьте необходимые параметры, например, установите индикатор выбора рядом с разделом «Мессенджер», если хотите продолжать в нем общаться, а затем нажмите на кнопку «Деактивировать». А затем нажмите кнопку «Деактивировать» для завершения процесса блокировки учетной записи и удаления вашего имени и фото из большинства материалов, которыми вы делились на Facebook. И уже когда возникает необходимость вернуть в активное состояние учетную запись, просто повторите те же действия и включите свой аккаунт заново. А теперь давайте разберем, как удалить учетную запись. Но прежде, чем приступать к удалению, рассмотрим, как сохранить все данные перед удалением. Снова заходим в настройки, открываем раздел «Ваша информация на Facebook» и здесь выбираем «Скачать информацию», просто щелкнув по разделу. На следующей странице будет представлен список всех возможных категорий для сохранения. Отметьте те из них, которые нужно сохранить. К примеру, вас интересуют только фото и видео. Оставляем отметку напротив этого пункта и снимаем все остальные, нажав «Отменить выбор всех». Осталось нажать «Создать файл», и Facebook инициирует спор данных и подготовит их
для последующей загрузки в виде архивного файла. В зависимости от объема информации, весь процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов. Как только данные будут готовы к загрузке, вы получите уведомление, которое будет отображено в соответствующей панели. На вкладке «Доступные копии» вы сможете скачать ваш файл с копией выбранной информации. После скачивания откройте его и убедитесь, есть ли там все нужные вам данные. После того, как убедились, что все важные данные были сохранены, можно приступать к удалению. Возвращаемся к настройкам. Ваша информация на Facebook. Деактивация и удаление. Теперь здесь отмечаем пункт «Безвозвратное удаление» и подтверждаем действие, нажав кнопку «Продолжить с удалением аккаунта». Также для подтверждения вам нужно будет ввести пароль доступа к учетной записи. После заполнения соответствующего поля появится предупреждающее сообщение о запланированном удалении аккаунта пользователя через 30 дней. Нажимаем кнопку «Удалить аккаунт» и процесс удаления будет запущен. Facebook не будет ничего удалять из учетной записи до истечения 30 дней. До истечения этого срока вы в любой момент сможете открыть свою учетную запись и остановить удаление. И в завершении давайте разберем, как удалить страницу компании. Для удаления связанной страницы компании необходимо выполнить следующее действие. Откройте страницу компании, которую нужно удалить. На главной ленте меню управления открывшейся страницы откройте настройки. Здесь вы также можете сохранить нужные вам данные. Опускаемся в самый низ страницы и здесь выбираем «Скачать страницу». Выбранный раздел откроет вложенную текстовую ссылку «Скачать страницу», которая позволит получить копии публикаций, фото, видео и все расположенные на странице информации. Выберите необходимые данные, установив отметку напротив соответствующей категории или воспользуйтесь текстовой ссылкой «Выбрать все». Информация со страницы компании будет содержать значительно меньше категорий, чем профиль учетной записи пользователя. Здесь будут доступны лишь следующие варианты. Теперь нажимаем «Создать файл» и ждем уведомления о готовности архивного файла. Скачиваем файл и проверяем данные. После того, как удостоверились, что все нужные данные загружены, продолжаем процесс удаления. Возвращаемся к настройкам и здесь выбираем раздел «Удалить страницу». В разделе «Удалить страницу» будет представлена текстовая ссылка «Навсегда удалить страницу» с названием компании. Для подтверждения остается лишь кликнуть по ней. Ну и напоследок, как удалить страницу через мобильное приложение. Для деактивации аккаунта с мобильного устройства запустите приложение, откройте меню «Настройки», «Управление аккаунтом». Чуть ниже есть пункт «Скачать информацию», где вы сможете сделать резервную копию своих данных. Итак, открываем управление аккаунтом, деактивация и удаление. Ну и здесь, так же как и на ПК, выбираем нужный пункт и подтверждаем свои действия, нажав «Продолжить». Для удаления страницы компании откройте ее, нажмите «Настройки», затем «Общее» и листаем до раздела «Удалить страницу». Ну и здесь кликаем по ссылке «Навсегда удалить страницу». И для подтверждения еще раз «Удалить страницу». Теперь вы знаете, как деактивировать свою учетную запись или же полностью удалить личный аккаунт или страницу компании. По завершении процесса удаления вы получите письмо с подтверждением об удалении учетной записи. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!